В уютной обстановке в усадьбе Тимохова-Саласкина прошла встреча главы Ленинского городского округа Валерия Венцеля с ветеранским активом. Повод более чем приятный – вручение памятных медалей, приуроченных к юбилею муниципалитета. Поздравляю вас, спасибо вам большое. От всей души. Давайте. Времена, я волнуюсь очень, не выбирают. В них живут и умирают. И удивительное время выпало вот на нашу жизнь всех нас. Силой духа ветеранов невозможно не восхищаться. Их житейская мудрость и опыт покоряют каждого, кто оказывается рядом с этими удивительными людьми. В своем вступительном слове глава Ленинского округа Валерий Венцель рассказал о текущем состоянии дел в муниципалитете и отметил, что работа с ветеранами всегда большая радость и честь для него. Я благодарю весь президиум нашего Совета ветеранов за то, что и всех членов нашей организации, Совета ветеранов Ленинского муниципального района, туда входит много-много-много других организаций, филиалов наших поселений, за ту поддержку, которую вы оказали при формировании нашего городского округа. По сути, мы вернулись в ту же самую историю, в которой жил муниципалитет до 2005 года. Вертикаль власти, единый бюджет, все решалось быстро. Ветераны, в свою очередь, поблагодарили за постоянную заботу о старшем поколении и заверили, что и впредь будут идти рука об руку с местной властью и помогать ей в решении поставленных задач. Для нас, ветеранов, особенно значимо то, что сейчас реконструкция идет аллею славы. Это ведь наше, так сказать, чисто наше, кажется, место, где мы проводили и будем проводить все социально-экономические значимые наши мероприятия. Честь от ветеранов. Ветеранская организация объединяет более 25 тысяч человек и является одной из передовых в Московской области.